Завтра при проведении праздника на улице, на площади Ленина будет задействовано более 90 сотрудников. Хочу обратиться к нашим гражданам, чтобы не доставляли нам лишних забот по обеспечению общественного порядка. То есть меньше употребляли алкоголя. При обнаружении бесхозных предметов, автомашин подозрительных, немедленно сообщали в дежурную часть. Наши сотрудники тоже будут реагировать незамедлительно. При обнаружении бесхозных предметов действий с ним никаких производить не надо. Обращайтесь либо к нашим сотрудникам, находящимся рядом, либо звоните по телефону 112 или 02. Наши сотрудники незамедлительно отреагируют на ваше сообщение. Также огромная просьба к родителям не бросать своих детей одних, сопровождать их на все массовые мероприятия, чтобы с ними не произошли несчастные случаи.